Доброе утро, дорогие радиослушатели. Вот. Нежданно-негаданно пришла зима. Это все хорошо, но это потом все. Сейчас хочу снять рюкзак, лечь и сдохнуть. Вот. Это такой путь веры, путь духа. И иначе я не знаю вообще, зачем сюда люди ходят. И это еще не все. У нас еще впереди три стоянки. Завтра будет. Tomorrow, все. Up. И Эверест. Халлелуя. Окей. Ну что, мы вот находимся в гостинице. Гостиница Лабуче, да? Кимбуче. Вот такой у нас вид из окна. У нас два окна. Вот. Но это не есть хорошо. Чем больше окон, тем холоднее в номере. Номер, чтобы вы понимали. Вот такой вот. Ну, наверное, у нас тут... 3 на 3, да? 3 на 3, да. Туалета уже нет. Душа нет. Душ в коридоре за 100, за 200, за 300 этих. Короче, душ $3, в туалет бесплатно пока сходить. Пока. Вот такие вот нары. Сидим вот тут. Погуляли сейчас по монастырю. Алла нашла москвичей. Ну, в смысле, мы нашли москвичей, и они пошли с ними там гулять. У нас через 1.5 часа ужин, поэтому 1.5 часика полежим, почитаем. Вот. А завтра пойдем у нас. Завтра хороший переходик такой. Ну вот мы проснулись. Вот. В монастыре. За окошком. Вот такая вот погода. Серега, ключи где? Погнали мы. Завтрак. Вот мы здесь в такой кафешечке кушаем. Здесь фотографии всех групп, которые здесь были. Шевроны. Вот, реклама всех ребят. Еще здесь можно встретить такие вот футболочки, разрисованные маршрутом. 17-й год. Январь, 18-е число. Кто-то зимой уже в трекинг ходил. Вот. Итальянский, Непал. Тут тоже, видите, флаг разрисованный. И написаны имена всех, кто проходил здесь. И в 17-м году, и в 16-м году. Вот. Итальянский уголок. Интересно. Еще можно увидеть здесь... коллекцию денег. Тех стран, которые здесь были. Но вообще так вот. Интересно, конечно, тут так. Мы остановились возле интересного дерева. И загадки было, что это за дерево. Это гималайская береза, товарищи. Это... Вот такая она, неказистая, немножко другая, чем у нас. На заднем фоне очень хорошо видна вершина Амада-Блан. 6850 метров над уровнем моря. И считается одна из самых красивейших гор в этом месте. Само место здесь, посмотрите, какое живописное. Мы немножко скинули высоту, но сейчас будем ее как раз с этого момента будем ее набирать. Набрать нам нужно, если сейчас 3700 над уровнем моря, ночевка у нас сегодня будет на 4400.
Вот, это нам надо поднять почти 700 метров, набрать высоту. Ну вот, будем набирать. Высота 4180. Камеру доставать все больше и больше неохота. Ну как, не то что неохота, охота. Но силы нет, это надо остановиться, камеру достать, включить. Вот. А силы нет. Все так же простыл, я также не могу выздороветь. Вот. Сейчас тут наши ребята остановились возле горной речки. Такое ощущение, что собираются купаться. Мы дошли, говорю, наконец-то. Еще один переход. Высота 4210. Такое ощущение, как будто тебе перекрыли кислород. Дышать-то вроде бы ты дышишь, а легче не становится. Вот такая вот гостиница. Здесь еще видно такие интересные штуки. Обыкновенные спутниковые антенны, переделанные в солнечные нагреватели воды. Посмотрите. Они их просто обклеили зеркальной пленочкой. И вся энергия скапливается возле этого котелка. Это все хорошо, но это потом все. Сейчас хочу снять рюкзак, лечь и сдохнуть. Вот. Куда нам селиться? Сразу покажу, какая у нас комнатка. Ну, сразу вам скажу. Комнатка. Как всегда, спартанская. Ну что, дорогие мои любители путешествий, не знаю, это такой путь веры, путь духа. И иначе я не знаю вообще, зачем сюда люди ходят. И это еще не все. У нас еще впереди три стоянки. Всем привет. Рюкзак скинут. Время обеда, и силы появляются. Вот мы остановились у такой вот кафешечки. Ну вот. Это кафешка при гостинице. Здесь жить бесплатно. Только кушать надо здесь. Все как всегда. Вот. Вот такие вот колоритные можно купить. Шапочки Эверест трекинг. Вот. Печечка стоит, но холодная собака. Сильно. Вот. Вот, вот можете посмотреть. Эверест 8850. Вот. Холодно. В общем, шикардос. А что там есть? Доброе утро, дорогие радиослушатели. Вот. Нежданно-негаданно пришла зима. Вот. Вот и утро настало на высоте. Вчера
проснулись мы. Снег. Вот этого снега вообще не было. Мы вчера здесь ходили. Вот, а сегодня уже, смотрите как. Сегодня уже вот такой вот слой снега выпал за ночь. Вот. Ну и, конечно, все так преобразилось. Посмотрите. Вот. Хотя солнце жарит очень сильно. Вот. Но сейчас мы уже пойдем по снегу. Вот. Сейчас мы находимся на высоте 4400. И здесь, в принципе, дождей не бывает. Здесь всегда падает снег. Вот. Ну, пойдем, походу, будем снимать. Вот. Узнаем, что да как. Я вам в прошлый раз показывал вот эти вот зеркальные линзы. А теперь я хочу показать их в действии. Посмотрите, да? Энергия солнца направляется в котелок, и котелок кипит. Вот вам и 21 век. Вот. Раз, два, три. Стойте там. Мы from Казахстан. А-а-а. Ребята из Австралии. Из Австралии, ребята, представляете? Из my live group. Yes. Huh? Hot, hot, hot. Да. Yes. Yeah. Туда доходим и все на тайчи. Окей? Окей. Это мои новые ученики. Мы будем изучать с ними тайчи, если дойдем туда. О, посмотрите, как красиво. Небо и земля. Мы сделали переход. И это такое место, где пересекаются тропы. Здесь очень много групп. Ну вот здесь можно последний раз ходить нормально в туалет, купить что-нибудь. А потом подъемчик вот на перевал. Место панорама, смотрите, какая. Это просто. Мы поднялись на перевал Кутла, да? Кутла. Ну, Кутла, пусть будет Кутла. Четыре тысячи 900 метров над уровнем моря. Вот. До нашей ночевки осталось буквально метров 150. На этом перевале установлены памятники погибшим альпинистам. Мы сейчас еще пройдемся. Я вам хочу показать панораму. Вот такая панорама. Красиво. Сейчас мы пройдемся и посмотрим, кому здесь установлены памятники. Вот. Наталья и Моника. Хэнд. Барри. Доминика. Алина. Вот. Сколько здесь людей лежат. Вот. Если немножко мы пройдемся дальше, то там еще очень много таких же. Вот. Стоят и напоминают, что горы
они такие, они могут быть красивыми и ласковыми, а могут быть беспощадными и жестокими. Вот. И вот такие памятники, они как раз служат напоминанием о том, что каждый, кто сюда идет, должен помнить, что все не так просто. Мы сейчас находимся в центре Центровского. Это то, где все вечером собираются и ждут ужин. Здесь стоит посередине такая печка, и самые такие ушлые, они такие ближе к печке. Самые такие, да. Здесь можно посушить одежду. О, хорошо. Да. Выходишь на улицу, холодно. Да. Заходишь внутрь, жарко. И видится такое небольшое оживление. Все ждут ужина. Все ждут ужина, да. Все сосредоточенные такие все. Лица, о, да. Опа, опа. Уже что-то уже начали носить. Нет, не нам. Ну ладно. Значит, если, проходите, да. Если говорить по... Если взять эту столовую как земной шар, то вот это вот Центральная Азия. Здесь тепло, улыбаются. Но что-то происходит такое непонятное в наших кругах, как и везде. Так, здесь у нас Индия, да? Я понял. Ага. Здесь у нас Индия. Ай! Рок-н-ролл! Yes. Здесь у нас Индия. Окей. Okay. Hello. Hello. Здесь у нас какая страна? From? Таиланд. Yes. Здесь у нас Таиланд. Окей. Okay. Азия, Индия, Таиланд. Здесь у нас USA. Здесь у нас Америка. Юта. Вот. И вы видите, американцы сидят в центре всего. Это хорошо. Окей. One moment, please. Так, ребята, вы откуда? From? Sweden. Sweden. Что такое Sweden? Europe. Europe. А это Европа. Это Европа. Окей. Азия, Индия, значит, Америка, Европа, весь мир. Канада. Канада, Канада. Очень маленькая, но very beautiful, okay? Yes. Little, но beautiful. Okay. И вы, you, Америка? В центре, понимаешь? Centered? Yes. Понимаешь? Okay. А, как сказать? Да. Если это... It's room. Как весь... Big? Yes. Hey, what's your room? Come on, where's your English? Power? Come strong? On. Strong. Там Азия, там Индия, там, значит, еще одна Азия, тут We're Европа. Right а здесь USA прям в центре. Понимаешь? В центре. Yeah. Center. Center. Окей. Okay. А здесь у нас самые лучшие ребята, да, опять. Вот так, это те, кто нас кормят, поят и заботятся о нас. Опа! Вот так вот. Вон, там происходит таинство. Там готовятся очень много всяких блюд. Очень таких вот. Дай пять. Вот так. From Казахстан. From Nepal. Непал. Непал, Казахстан. Непал тоже. О, hello. Окей, как дела? Hello. What is your name? Sean. Sean, Alex. Hi, Alex. From Kazakhstan? Yes. It's Sean. You came to Europe. Yeah. Yeah. You're in Europe here. Europa. Okay. What is your name? Raul. Is как грек. Грек такой. Mediterranean, yeah. Yes. Spain. Отлично, в Испании, правда, испанский грек. Окей. Okay. А это... Опа! It's my friend. It's Sam. А я его, знаете как? Он как дошел, я его так оп. Yes. It's cool.
Окей, окей. Thank you very much. Шмачнега, приятного аппетита. Good luck. Good luck. Я желаю, чтобы завтра, как завтра будет? Tomorrow. Tomorrow все. Оп. И Эверест. Hallelujah. Окей. Okay.